Взяли двое парней, отвезли в автосервис. Сева там пролежал сутки, потом мы уже решили помочь собаке. Открыли сбор, собрали средства, отвезли в клинику, сделали рентген. У Севы оказался перелом грудного отдела позвоночника. Соответственно, сразу же врач сказал, что есть шанс, нужно оперировать. Собрали всем миром деньги на операцию, прооперировали Севу. В общем-то, врач сказал, есть шансы, возможно, Сева будет ходить. Большой процент, 50 на 50, есть чувствительность в лапах. 2 недели Сева находился в клинике в Челябинске на реабилитации. Ему ставили уколы, его поднимали на ноги, так скажем. Ну и, соответственно, встал вопрос о том, куда дальше определять его. В Челябинске нам отказали все. Только приют «Наше хвостатое счастье» согласился взять. Нет, просто «Хвостатое счастье». Просто «Хвостатое», да. В общем, добрые люди согласились взять Севу, и нам поэтому пришлось так далеко ехать, да. И вот вы приехали. Вот, и вот мы приехали, да, мы оставляем Севочку. Соответственно, также будем по возможности помогать, потому что денег сейчас понадобится очень много. Вот. Самое главное даже не деньги, это время. Да, самое главное время и колоссальный труд, согласна. Вот.